Я более того добавлю к этому вопросу. Да, действительно, вот райком, да, как говорят, то есть Россия, то есть организация себе поставила, да, и на уровне России, и на международном уровне, да, она достаточно сильная. Но дело в том, что вот, когда мы избираем руководителей регионального, да, который всех объединяет, вот, который 4 субъекта, субъекты, да, то есть, и вот, вот этого руководителя опять правительство пролоббировало своего человека, то есть, Смачанова, то есть. И он от имени вот коренных мусульман тоже, то есть, как бы здесь вот, ставит как бы искусственное вот, ну, то, что он выражает волю, которую хочет, ну, диктует правительство. Но надо миновать его, значит, да, вот видите, да, вот мы 16-м миновали, да, он теперь как бы постепенно идет процесс, вот как бы, ну, воля гражданского общества, она будет развиваться теперь. Но надо срочно это делать, использовать, в частности, в райком. Ну, как бы, этот посредник, да, который вот напрямую связывается с райком, вот они говорят, вот вы избрали вот, президента республики, это ассоциация, мы с ними общаемся, а он, ну, то есть, там психушку тоже, то есть, иногда вот эти дела, да, проделывают. Я думаю, что можно на руководство напрямую уходить, что конечно, есть, можно, же, да, не нужно. Да. Есть же бюллетень, который можно любая информация, есть можно, да. Центр. Да, мы обязательно будем, да, идти. Вот, и вот, прошло, жаловались, но там, говорят, это ваша внутренняя надо. Вы понимаете, тоже хочу вот искренне обозначить то, что вот я речу, да, то есть название Пушкинского территории, да, то есть это совершенно земля, где вот берутся истоки, да, всех чуи, вот это уже потом она идет вот, в Катуни сливается и так далее. Там очень хорошая положительная энергетика, народ он доброжелательный. У него большой актив именно русские казачьи, а рядом сидят алтайцы, и вы чувствуете, что атмосфера это дружественная, что позиция вот эта вот, которая требует сохранение в целостности вот этого сакрального места, да, она сплачивает и русских, и алтайцев, в чем мы, конечно, заинтересованы прежде всего, потому что у нас, ну, общая история, я думаю, что нам не надо быть врозь, нам надо быть вместе. Правильно? Конечно. Это тот момент, который действительно нас объединяет. Вопросов нет. Тогда хочу поблагодарить вас и выразить надежду, что с вашей помощью мы действительно сможем привлечь более пристальное внимание к этой очень серьезной проблеме.